Движение пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам во Владикавказе в вечернее время на контроле у Министерства промышленности и транспорта республики. Накануне представители ведомства провели обследование регулярности движения маршрутных такси с 8 до 10 вечера на наиболее востребованных остановках Владикавказа. Это, к примеру, площадь Штыба, улица Кирова, район ГАУ, КПСП, ОЗАТ, магазин Кеша. В ходе рейда было выявлено полное отсутствие пассажирского транспорта после 8 вечера по маршрутным направлениям 4, 31, 34, 37, 44. Перевозка пассажиров без нареканий осуществлялась по таким муниципальным маршрутам, как 1, 5, 8, 22, 24, 25 и 77. 10 жалоб, обратившихся к наше ведомство, 8 из них на регулярность движения. Поэтому мы составили график и регулярно обследуем этот пассажиропоток. За последние 6 месяцев было досмотрено 1500 транспортных средств, в вечернее время особенно. Составлено 444 постановления, выписано штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей.